Напряженная минувшая ночь выдалась за океаном. Послания с угрозами разошлись по городам в Соединенных Штатах. Письма получили несколько сотен адресатов во Флориде, Калифорнии, Нью-Джерси. Автор анонимок заявил, что устроит взрывы, будет много раненых, и требовал 20 тысяч долларов в биткоинах. Отправителя сейчас ищет полиция. А в Канаде из-за сообщения о бомбе случился транспортный коллапс. В провинции Альберта и Онтарио отменены автобусные рейсы, не ходят электрички и поезда. В Калгари закрыт главный аэропорт. С центрального вокзала в Торонто эвакуировали всех пассажиров. На железнодорожных станциях метро, терминалах авиаузлов в эти минуты работают саперы, а на улицах городов усиленные патрули. Управление национальной полиции Канады пока не дает комментариев по поводу ситуации.